В Ярославле началась подготовка благотворительного проекта «Доброта в лицах». Теперь уже по доброй традиции в первые дни после Нового года столица Золотого кольца улыбается особенным детям. В городе проходит показ рождественского спектакля. В ролях медийные люди региона – журналисты, общественники, деятели, чиновники, бизнесмены. Все их объединяет одно – жажда творить добро. Собранные деньги от продажи билетов пойдут на организацию инклюзивных лагерных смен и проведение творческих каникул для детей и молодых людей с инвалидностью. В этом году ярким событием проекта станет спектакль «Мы все из одной глины». Сценарий Эдварда Родзинского. Я очень рад, что проект «Мы все из одной глины» распространяется и теперь будет и в Ярославле. И очень рад участвовать в этом поистине благородном деле. Команде, которая занимается в Ярославле этим прекрасным и добрым делом, желаю удачи. Я вообще очень рада, что мы занимаемся вместе таким добрым делом с единомышленниками в Ярославле. Я буду очень рада принять в этом участие. Я во всем рада помочь, поддержать и найти таких людей, как команда ярославских ребят. Это большое счастье. Это будет юбилейный 5-й спектакль на земле Ярославской. В этом году творческая группа вышла на федеральный уровень. Весной 2019-го они примут участие в общероссийском благотворительном спектакле в столице. Он пройдет в Кремле. Проект «Доброта в лицах» лично поддерживает губернатор региона Дмитрий Миронов. В спектакле принимают участие и мои коллеги, ведущие Первого Ярославского, Иван Уваров и Алексей Торхов. Собрать команду единомышленников было делом непростым. Так говорят авторы «Доброты в лицах». Вообще непонятно, как это все. Видимо, сошли звезды. Как сейчас наш соратник Лена Родзинская говорит, вы только начните это делать, и оно само все придет. Вот именно поэтому, наверное, так и случилось. Почему-то совершенно разные люди, занимающиеся разными видами деятельности, сошлись в одном, и они понимают друг друга и делают это хорошо.